Бедные люди. Корицу не видели еще. Ой, она маленькая. Может, на помогайте, пожалуйста, что я даю? А, это вот какая корица. Царица. Ну-ка. Ага, корица. Не, мне тоже дали. А там регенерируется вот этот? Нет? То есть вот соскребли и все, она остается голая. Ага. Потом снимает кора после солнца, потом сухой. Мы готовим палочки, стручки, а? Настоящие корица палочки. Вот. Это палочки. Молот мы готовим порошок, может, на вкус блюда приправа. В Шри-Ланке настоящая корица помогает пищеварению. И хорошо сладкий, хорошо арома, очень эффектив. Может, на вкус глинтвин, не? Глинтвин. И, мадам, сэр, в Шри-Ланке мы готовим это порошок. Корица, гвоздика и другой состав аралубулу. Все вместе мы готовим это порошок, помогает для чистить зубы, помогает отбеливание зуба. Дурный запах, парадон тоши, никотин, бактерия не помогает. Это зубный порошок. Эффект чистит зубы. Корица.